А что мы даже открухали? Что? Ого! Это сложно! А я еще более куклу! Да ладно, слышь! Я вам сейчас такое покажу! Чего это, чем родители? Вот родился, малыш! А на какой ты на второй бах покажешь? Ого! Смотрите, вот! Что? Да ладно! Он боится! Он боится ее! Нет! А кто там за дверью? Успеть за 3 секунды поставить лайк и подписаться, того сегодня ждет крутой сюрприз. Считаю 3, 2, 1. Мурк, люблю тебя. Лучшие приколы Хаги-Ваги и Три Кота. Всем привет! Девушки! Я вам сейчас такое покажу! Чего это, чем Ой, родители? Вот родился малыш, посмотрите какой! Офигеть, слышите? О, это что, его мама? Она такая, ты что, трогала моего ребенка? Ой, я думала, он порозовел! Ё-моё! Слушайте, а прикинь, если Хаги-Ваги сам себя смотрит. Он смотрит тебя в кино. О, пришла эта мамочка подметает. А, это его мама подметает? Так это родители или девушка, я не пойму ничего. Вот это не знаю, напишите в комментах. Он, короче, смотрит, а что он смотрит? Про себя в кино. Хаги-Ваги. Мама пришла, говорит, ты что в руки не делаешь? Мусорник выкинь. На диван носки. У меня нога сломана. Я не пойду. Ничего себе, прикол. Балди, что ты нам хочешь показать? Я сейчас вам покажу крутую приколюху в игре. Баги, чё? Балди, ты где нашел белого? Ребята, это секретные баги игры. Мне удалось не смотри на нас сломать. Да ладно, он что там висит? Он там, походу, спит. Он нас караулит, когда мы наконец-то... Он сможет нас съесть. Балди, он реально съест нас? Он реально смотрит? Не знаю, сейчас проверим, пока не ест. Да может, не надо? Не надо его трогать. Хорошо, я не буду. Балди, нет, а он не шевелится. А он не живой. Может, это вообще не кукла? Я боюсь его трогать. Слушайте. Анимация. Прям как в игре. Это ты, короче, хочешь коробку скинуть на Хаги-Ваги? Да, получается, это анимация за главного персонажа. Он взрывается. Нет, Хаги-Ваги. Мне его жалко. Мне тоже жалко. Мы его спасаем. Не падай. Пожалуйста, Хаги-Ваги, держись. Короче, он, короче, сейчас упадет. Вот такая картиночка. Нет, мы его спасем. А ты как будто друга, ты хочешь спасти. Балди, да, надо спасать. Он превращается в человека, посмотрите. Ну ты его спас? Что? Нет, он упал. Отпустил. Блин, жалко. Я не смог его так долго продержать. Ладно, какой ты на второй бах покажешь? Ого. Смотрите, вот. Что? Да ладно. А как ты это сделал? Он сломался. Ну что ты? Блин, ё-моё! Смотри, смотри, смотри! Смотри, смотри, смотри! Короче, тут есть бак, надо в стенку залезть. Вот смотри, сейчас подходи к двери. Сейчас, куда? А, и вот, смотри! Вот, иди, прислоняйся! Быстрее прислоняйся к стене! Я прислонился! А теперь... Открылись ворота! Нет, вот так вот, пролазь, пролазь, пролазь! Тянись, 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 давай, давай! Ого! Что? Это что? Теперь... Ребята, мы его догоняем! Опа! Хаги-Ваги попал в игру в кальмара! И кого он вырезает? Это же бойфренд! А что ему досталось? Крухли? Что? Ого! Это сложная печенька! Я бы не смог такое вырезать! Ему что, достался фенфик? Марина, его сейчас убьют! Он все сломал! Он уже сломал? Уже взводят курок, жеца будут стрелять! Пожалуйста, он такого уговаривает! Не надо! Прошу пожалуйста, тебя. Не стреляйте, Хаги-Ваги! Он это починит, печенька! Пожалуйста, ну не надо! Может, он молится! Он читает молитву перед собой! Он уговаривает вообще-то! Просто можно я брать пойду? И ничего не убили. Получилось! Убили! Вау! Да ладно! Три кота играют в игру кальмара? Капот, подъем! Подъем. А, он встал, он только проснулся. Круто! Типа, а как они оказались? Не знаю, они, наверное, выиграли перед. Это что? Что это было? Что-то, что ты, что такое? Что ты делал? Она по бутылкам стреляет! А кто? Это моя любимая! Не шевелись! Эй, ребят! Стой, капот! Они... Что? Нельзя шевелиться! Ну почему? Да замри же ты! Все бутылки побили! Если тебя засечет та кукла... Тебе хана. Какая кукла? Вот она! Вот она!
Да она милаха! Красивая! Влюбился. О, Компот влюбился. Вот это Чика. Да, блин, а Компот как всегда. Не, ну вы это видели? Опять. Ну все, погнали. Нужно бежать! Чего он к этим бутылкам? Он расстроился, что они их не сдали. Я отомщу за вас. Стойте. Кажется, она ускоряется. Ой-ой-ой. Ой. Погнали, быстрее. Быстрее бегите. Пока отвернулась. Замерли? На корточка. Они этот копируют, балди. С Пеппой. Добежали? Компот не успевает. Успел. Получилось? Эй, чётки и панталоны. Улетел на качели. Они там играют уже. Нет, это второй раунд. Сохранные соты. Ща узнаем. Оха. Че? Пирамида. Какого фига? А у него? Да кошкину мать. Носок? Ёршик, я сегодня такие же одел. Чего? Вот, держи. Такие же надел носки. А ему зашить, да, что ли, надо? Да у него еще больше. И от него воняет. Держи левый. О, четко. А у тебя что там? А у меня уже все готово. Меняйся. Как это? Мы поменялись. Осталось 10 секунд. 10 секунд! О, нет! Точно. А что? Фигурные печеньки. Печеньки? О, смотри, Ляля нарезает. У него с собой было. На тебе. Ребята, они отпускали стражников. Но, по-моему, мы хана. Да. Что? И что нам теперь делать? Они его прибили. Я знаю, что надо делать. А что? Это что так? Они ощипали куклу. Да ладно, слушайте, ну на каком они стратят? Слушай, ну сейчас еще... Что это? Он опять... Огивание играет в себя же! Он смотрит! Он, короче, смотрит про себя игру, балди, смотри! Как на самом деле люди от него сбегают? Очень интересно, походу, вот такой. Ой, папе! Она на него смотрит! Ого! Она живет? Он боится ее! Нет! А кто там за дверью? Это папе! Ты! Заходи в игру, быстро! Это монашка? Он... Нет, нет! Выгляди тебе, не зайду я в игру, я хочу фильм посмотреть. Короче, он не играет теперь, Балди. Он все-таки зашел! Итак, Балди, там хочешь еще какой-то прикол показать? Может, не надо? Я сейчас попытаюсь его как-нибудь обойти. Ой-ой-ой, Балди, смотри! Вау! Что за... Балди, как ты это сделал? Он сломался! Он полетел на планету Марс. И теперь он мне мешать не будет, ну сейчас попробую, смотрите, прикол. Подожди, а он за тобой точно не будет бежать? Нет, он остановился! Ну, а как он просто... Я проник за пределы карты! Он следит за тобой? Круто! Он смотрел за мной просто! Офигеть! Все стоят такие, я что, первый? Ты первый! Так кто же пойдет первым? Походу, он пойдет первый. Стекло было неправильно! Короче, кто же выиграет? Да, кто из Пенфи пройдет до конца уровня со стеклами? А может, Хайевайзи пройдет? Смотри, наш этот бомбочка. О! Все нормально, получилось! Ты его девушка, она радуется за него! Ай! Блин, провалился! По-моему, Хайевай... А какой у него? Он пятый! Он последний! Пика перед ним! Ё-моё! А какие они номера? Они без номеров, что ли, вообще? Они не должны играть! Я не хочу идти! А ну иди быстро! Время идет! Мы все от тебя зависим! Нет, пожалуйста, я хочу жить! Ой-ой-ой-ой! Сейчас он будет ее бить! Да ладно! Ай! Он упал! Быстрее, он ее толкнет сейчас, Балди! Я не знаю, все! Блин! По-моему, он этого не хотел! Что? Пойдем, пойдем! Иди, иди сюда! Нет, бойфренд, беги! Беги от него! Пойдем! А он сейчас будет стекла проверять! Точно! О, но! Все! А это? Ну ты же одно уже проверил, зачем тебе второе? Нет! Гад куда-то летит, посмотрите! И он его опять забирает. Это не он, это girlfriend! Его спасла. И теперь она что, им будет? Он такой, я такого не ожидал! Она его столкнула, ребята! 4 секунды, вам спешить надо, ребята, быстро! Быстрее! Запрыгали. Вау!
как... А-а-а, они больше стекла испугались. Голова! Голова, смотрите, застряла! Что за... Он пробрался на конвейер для игрушек, и я его прищемил. Помнишь, это как раз, когда он появляется в этом фрагменте. Помните, когда мы заходим? Ты что, его тут забагал? Да! Вау, Лёня, он, короче, там сидел, он сидит. Я никогда не был на этой локации, посмотрите, ребята, мы сюда никогда не залазили. Что ты смотришь, Хаги? Он, короче... Просто тебе, понимаю. По-моему, его прищемило, ребята. Круто! Ставьте лайкосик, подписывайтесь на наш каналчик, не забывайте про наш дискордик и не забывайте его на самое лучшее. Про канал Валеришка Геймсплей, Макс и Фэмили, не забывайте, там очень крутые серии для тебя. Всем пока! Пока!